Всем привет, ребята! Вы на моем канале, и это уже третий Back to School в этом году, а сегодня у нас будет распаковка из магазина Zaka. Тут очень много милой канцелярии, поэтому давайте распаковывать эту посылку. Но специально для вас Zaka предоставил мне промокод MASHASH15, который дает скидку 15% на весь ассортимент, кроме категории Sale. Так что применяйте его и заказывайте продукты со скидкой. Действует он, кстати, в течение 2 недель после публикации этого видео. Итак, первое, что лежало в этой посылке, это был вот такой вот классный треугольный пенал, что меня больше всего в нем привлекло, это как раз его форма. Также он очень милый, с таким вот зайчиком под зонтиком. А внутри он вот такого вот коричневого цвета, мне кажется, это очень хорошо, потому что часто протекают ручки, и это будет менее заметно. Далее я достаю вот такой вот милый пакетик Zaka, и из него уже вот такой набор скотчей декоративных. Тут всего 5 штук, и самое прикольное, что они все разного размера. Здесь один очень широкий, 2 стандартных и 2 очень тоненьких маленьких. Самое классное, что все эти скотчи в розовой цветовой гамме и напоминают кукольный Барби стайл. Итак, следующее, что я достала из нашего волшебного пакетика, это вот такие вот текстовыделители. Они работают именно как автоматические ручки, то есть вы кликаете, и оно включается, но я не уверена, что их можно оставлять без вот этого колпачка, потому что там нет никакой защиты, и мне кажется, что они высохнут. Но это по типу бюджетного аналога Zebra Clickart. Кстати, на упаковке написано, что soft colors, но мне кажется, они такие более яркие, но все равно прикольно. И я обязательно буду ими пользоваться. Итак, последнее, что было в этом пакетике, это мои долгожданные ластики. Я их на самом деле ждала, мне кажется, больше всего в этой посылочке, потому что это очень интересно. Я давно себе хотела конкретно такой ластик. Это автоматический ластик, то есть он выдвигается как ножик, и к нему есть 2 дополнительных ластика. Мне кажется, им будет не только удобно пользоваться, но и также он будет украшать любой пенал. Вот это, конечно, офигеть, сколько всего было в следующем пакетике. И сначала решила вам показать ручку и автоматический карандаш. Ручка оказалась черной, гелевой, как обычно, собственно. Но у нее очень милый дизайн. И вот такой вот автоматический карандаш. Меня вообще поразило то, что у него именно такой грифель, как у обычного. И оказалось, что когда я его раскрутила, там есть только вот этот маленький грифель. То есть он вообще никак не заменяется. Следующее, это вот такой вот мини-калькулятор, у меня есть похожий дома, это на самом деле очень удобно носить такой в школу, и если что, можно легко что-то посчитать. Следующая вещь, это вот такая вот точилка, кстати, если вы заметили, она такого же дизайна, как и была ручка, как и был калькулятор. Ее я решила не распаковывать.
Далее вот такие вот классные магнитные закладки. Я выбрала именно почему-то такой принт с девчонками такими летними и с медвежонком. Они очень милые, я сейчас много читаю, поэтому лишними никогда не будут. Мне очень нравится медвежонок. Далее идет такой аксессуар, я бы сказала, это не канцелярия. Вот такое вот классное зеркало с клубниками. Мне кажется, в школу будет очень круто его носить, потому что всегда можно что-то подправить, и какой-нибудь бальзам и так далее. Далее покажу вам такой классный блокнотик с зайкой. Он в линейку, и прикол заключается в том, что тут есть такие закладочки. Сначала я думала, когда заказывала, по крайней мере, что это разделители, но оказалось, что это такие милые закладки, прозрачные. И я также заказала еще один блокнотик, вот он уже более практичный, он с белыми листами, и самое крутое, что их можно оттуда вырывать и что-нибудь записывать. Также заказала вот такие классные наклейки. У меня были похожие. В комплекте идет 3 листа. И прикольно, что они с таким золотистым блеском. Выглядят просто классно. Также в комплекте была вот такая вот бумажная закладочка с принтом, как раз подходящим к наклейкам. Мне это очень понравилось. И сами наклейки выполнены на такой полупрозрачной бумаге. И это очень круто выглядит. Итак, следующее, что здесь лежит, это вот такой вот набор из 4 линеек. Здесь абсолютно разные. Обычная линейка, также 2 треугольника и транспортир. Самое прикольное, что они находятся именно в таком прозрачном пенале, и его реально можно использовать как такой маленький пенал. Итак, на этом наши пакеты закончились, и начинаются тетрадки. Их тут тоже очень много, и давайте я вам буду показывать сначала тоненькие, а потом на кольцах. Первая тетрадка, наверное, самая гениальная из всех, из-за ее надписи. Там написано «Стоп, да это же не мем, это моя жизнь». Тут всего 36 листов в клетку, но самое классное, что она в таком переплете с нитками. Следующая тетрадка с таким очень красивым принтом, и меня поразило, что у нее тут такая линейка, но в то же время есть такие точечки, и можно это использовать как клетку, по идее. И также она датирована, то есть можно писать дату и время. Следующая тетрадка уже побольше, здесь 64 листа, она также в клетку, но самое прикольное, что у нее есть такая своя уже обложка, и также принт просто гениальный. Hello. Далее идут тетрадки на кольцах, здесь очень красивая обложка и также 80 листов в клетку. Следующая тетрадка очень милая, с такими собачками и надписью «Не путю». Она также в клетку, с такой же плотной обложкой, 80 листов. И последняя на сегодня вещь и тетрадь, это вот такая вот классная, точно с таким же принтом, как и была у нас в обычном тканевом переплете, такая же датированная, но тут самый прикол, что у нее мягкие кольца, и мне кажется, это очень удобно. Ну а на этом было все, мои дорогие друзья. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Не забывайте про мой промокод MASHASH15, который дает вам скидку 15% на всю продукцию, кроме раздела Sale. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой телеграм-канал. Всех люблю.